Члены партии «Единая Россия» обсудили пути реализации послания президента страны. Тема дискуссии – здоровье, экология, социальная сфера, городская среда, образование и достойная жизнь. Обращаясь к Федеральному собранию, глава государства подчеркнул, нужно особое внимание уделить экономике и внутренней политике, и ее цель – сбережение людей. Российские железные дороги получили заявки на так называемые детские вагоны. Традиционно по железным магистралям юные новорингойцы следуют в Анапу и Адлер. Для организации питания разрабатывается несколько вариантов меню, согласованных с Роспотребнадзором. Сегодня в День космонавтики ученики 16-й школы устроили художественный флешмоб. В холле учебного заведения с помощью цветных карандашей они нарисовали свою галактику. В итоге получилось около 40 необычных работ.